Всем привет, всем привет, всем привет. Ну что, место встречи изменить нельзя, как всегда на кухне. Я люблю здесь находиться. Сейчас я мыла посуду, убиралась на кухне, и у меня осенило. У меня на кухне вот это средство. Этим средством я пользуюсь, представляете, уже давно. Я эту бутылочку ставила в июне месяца прошлого года, 23-го. А скоро уже еще 1 июнь наступит, уже 24-й. Почти год я пользуюсь вот этой бутылочкой. 400 миллиграмм. Суперское концентрированное средство. Хватает одной капельки, чтобы спенилась мочалочка. И перемыть много посуды, раковину и столы. Я очень рекомендую это средство. А еще, буквально недавно я обнаружила новое качество этого мыла. Сейчас вам говорю свой лайфхак. В Новый год, когда все благополучно празднуют, кушают свои блюда на столе, наряжаются, и я, естественно, в этом году надела нарядное свое изумрудное платье, потому что надо было в изумрудном цвете встречать Новый год. Я его надела. А у нас, как всегда, на Новый год зять любимый готовит вкусные блюда. И в этот раз было блюдо жульен. Ой, такая вкуснятина. Но у меня получилось так, что я наляпала себе на платье вот это желе от жульена. Быстренько, конечно, я переодела платье, застирала, но пятно не отстиралось. Пятно мое жило до сегодняшнего месяца. В этом месяце я подумала, ну что делать, выбрасывать платье? Жалко, оно не выгулено, оно еще одето только один раз на Новый год, и то не было оно моим нарядом, потому что я переодевалась. Где-то я прочитала, что можно застирывать жирные пятна мылом для посуды. И я решила застирать нашим мылом для посуды жирные пятна. И каково было мое удивление, когда на моем платье не осталось ни следа. Так что, девочки, рекомендую мыть посуду, мыть овощи, мыть фрукты. И если вдруг у вас образовалось жирное пятно на одежде, застирать жирное пятно на одежде. Пользуйтесь. Всем вам хорошего настроения и чтобы вас всегда радовало на кухне вот это средство. С вами была Галина Плитко. Подписывайтесь на мой канал и будьте всегда со мной.